К другим темам. Организатор теракта в Питере задержан. Им оказался 27-летний выходец из Средней Азии Абрур Азимов. Об этом сообщил ФСБ и Следственный комитет России. В Одинцовском районе Московской области задержан Абрур Азимов 1990 года рождения. По данным следствия, он является соучастником преступления, его роль устанавливается. При нем было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы. Известно. Взрыв в метро в Санкт-Петербурге прогремел 3 апреля. Он унес жизни 14 человек. Более 50 пострадали. Смертником стал уроженец кыргызского города Ош, гражданин России Акбарджон Жалилов. Его к этой миссии, по данным следствия, готовил Азимов. Всего по подозрению в причастности к теракту в Москве и Петербурге были арестованы 8 радикалов.